Под звуки джаза встречали гостей сотрудников Таманского центра ОВД филиала аэронавигация «Юга» на празднике, посвященном 20-летию центра. Чествовали специалистов, благодаря которым обеспечивается регулярность и главная безопасность полетов. Ответственность за обеспечение безопасности воздушного транспорта возлагается на весь персонал, от директора до рядовых сотрудников. Как друзьям, соседям, своим я пришел вас поздравить от имени главы города. Сказать, что ту работу, которую вы делаете, она очень важна. Мы принимаем миллионы людей на территории нашего города, в том числе через аэропорт Анапа. После слов поздравлений наступила пора награждения. За многолетний безупречный труд, профессиональное мастерство, преданность авиационной отрасли почетными грамотами главы города наградили заслуженных работников. Начальник Таманского центра ОВД Валерий Фияло вручил грамоты и благодарности ветерану филиала аэронавигация «Юга». Ветераны, которые по разным причинам сегодня не работают, отдыхают, но в нашем зале около 37 человек, которые 20 лет назад вместе со мной еще работали. Не хочется ведь ветераны 20 лет назад, мы были ведь молодые, да и сейчас вроде бы еще. Тем не менее, спасибо вам, вы были не только свидетелями, вы были участниками этого действия. Для гостей выступили танцевальные и вокальные творческие коллективы Анапы. Работа персонала Таманского центра ОВД направлена на профилактику авиационных происшествий, обеспечение надежного, комфортабельного и доступного авиасообщения, чтобы девиз «Воздушный транспорт самый безопасный» оправдывал себя каждый раз.